Акционерное общество «Алмазы Анабара» подписало соглашение с тремя муниципальными образованиями. Отныне Анабарский, Булунский и Оленёкский районы в пределах своей компетенции будут оказывать поддержку и содействие компании в вопросах организации недропользования. Ну а «Алмазы Анабара» в свою очередь организуют финансовую помощь муниципалитетам на социально-экономическое развитие этих районов. Помимо этого, согласно ранее подписанным рамочным соглашениям, акционерное общество взяло на себя обязательства в природоохранной сфере, содействии развитию транспортной инфраструктуры, постановке сельхозпродукции дочерних организаций общества в районы. Особое внимание будет уделено и профессиональной переподготовке и трудоустройству. Ну, оценили и в 2017 году в сумме порядка 100 миллионов рублей. Вот, и направление использования этих средств по районам, они достаточно конкретные. Это софинансирование, участие в софинансировании тех республиканских программах, которые существуют, работают у нас на территории. Это и обновление жилищного фонда, это и транспортное обеспечение. Это, в общем-то, по большому счету, в большинстве своем инфраструктурные вопросы. Но, кроме этого, в соглашениях есть пункты, по которым существует взаимное обязательство по взаимодействию с точки зрения трудоустройства местных жителей,